Приветствую вас. Если говорить о том, что делать, то для начала желательно вам разрешить противоречие, которое на данный момент имеет место быть. Это противоречие связано с тем, что с одной стороны вы говорите, я не могу жить без своего мужчины, а с другой стороны вы ему изменяете. То есть здесь возникает противоречие, если вы не можете без него жить, то, наверное, вы бы не изменяли, а если вы изменяете, значит, наверное, вас что-то не устраивает. То есть, вот данное противоречие стоит вам для себя хотя бы разрешить. И если вы это сделаете, если вы для себя это противоречие разрешите, то есть постарайтесь увидеть, допустим, в чем проявляется то, что вы в нем настолько сильно нуждаетесь, например, да, в мужчине, и из-за чего вы ему изменили. То есть вы же ему изменили, значит, вы чего-то хотели, вы к чему-то стремились, для вас что-то важно было, вот. И измена никогда не происходит просто так. У нее есть причина. Если, допустим, вас с вашим парнем все устраивало, и вы ему все равно изменили, значит, можно говорить о том, что вам чего-то не хватает, либо о том, что ваши чувства к нему недостаточно сильные, или что, например, ваша нужда в нем, да, вот то, что вы нуждаетесь, она вас, например, тяготит, то есть вы от нее сами не в восторге, вот, и хотите, например, ну, не то чтобы, может быть, именно избавиться, да, может быть, именно избавиться-то вы не хотите, но то, что она вас тяготит, это очевидно, ну, в данном случае, понимаете? Значит, помимо этого, я бы хотел, чтобы вы уточнили, как вы воспринимаете тот факт, что мужчина, да, не хочет, значит, ну, к вам возвращаться. То есть вы говорите, что вот я ему изменила, о чем жалею. Понимаете, в чем дело? Значит, на самом деле одной только жалостью по проблеме, да, одной жалостью по проблеме делу не поможешь. То есть здесь нужно не просто жалеть и не просто просить прощения, а здесь скорее нужно именно, чтобы вы понимали,
почему вы изменили, к чему вы стремились, чего вы хотели и хотите, скорее всего, понимаете? Если измена по какой-то причине была, ну вот, просто, да, на ровном месте, то есть, ну вот, ничего совершенно не указывало на это, ничего не предвещало, и вы сейчас понимаете, что, ну, что это было плохо, что вы своего мужчину любите и так далее, то получается таким образом, что измена для вас в некотором смысле стала чем-то вроде таким испытанием, да, то есть вы благодаря ей увидели, поняли, насколько вам ваш молодой человек дорог. То есть это своего рода, знаете, такое, ну, взросление, можно сказать, произошло. И, понимаете, подобное взросление, оно, как правило, происходит для себя. То есть оно не происходит для, например, ну, для, например, молодого человека. То есть, если вы изменили, если у этого нет причин, не было причин, если вы, значит, понимаете, что вот только молодой человек вам нужен и больше никто, вот, то в таком случае вы опять же понимаете, что не хотите, например, ну, случайных связей, а хотите, может быть, в большей степени, да, таких вот крепких отношений. Но вы это понимаете для себя. Мужчина этого может не увидеть теперь. То есть, если измена была продиктована просто ошибкой, если измена была просто случайностью, хотя, в общем-то, вероятность этого довольно мала, но если предположить, что так, то вы извлекаете опыт, и, собственно, этот опыт демонстрируете последовательно, постепенно своему молодому человеку. Как? Путем поведения. То есть именно поведением вы демонстрируете ему то, что вы изменились, то, что вы поменялись. И здесь целью является скорее не то, чтобы с ним быть вместе, потому что это как бы личная заинтересованность, это как бы личный интерес, и человек чувствует, например, давление, да, в результате вот того, что вы от него хотите. А здесь именно желание просто, даже не желание показать, а демонстрация изменения поведения, она вторична. А первично это то, что вы поняли, то, что вы изменились. И на это нужно время. Понимаете? На это нужно время. То есть, вы видите, что вы на днях расстались. Ну, наверное, вы считали, что после измены, да, достаточно будет там, вот, сказать человеку, что вы жалеете и все. И, наверное, вы читали, что он после этого сразу к вам вернется. Понимаете? Измена — это показатель неких структурных проблем. И говоря структурных, я имею в виду некий показатель серьезных проблем. В частности, это ваша несвобода, неудовлетворенность, повышенное значение молодого человека.
если, например, вы не можете без него жить, допустим, то, не имея возможности быть с ним свободной, ну вот настолько, насколько вам бы хотелось, или настолько, насколько вы могли бы быть, значит, с ним, если бы могли без него жить, если бы допускали, что вы, ну, что вы независимый, свободный человек, да, вот, вас это тяготит. И именно то, что вас это тяготит, и обусловило измену. Ну, потому что вы зажимаете себя, вы же какие-то вещи, может быть, там, ну, допустим, он говорит что-то обидное, вы игнорируете, например, ну, просто потому что, а как по-другому, да? Ну, вот. И вот, на мой взгляд, конечно, вот эти моменты, они могут и обуславливать то, что произошло между вами. Вот. Поэтому мне думается, что просто, вот просто взять и вернуть молодого человека, ну, это, на мой взгляд, это не совсем верно. Потому что... вы не решите проблем таким образом. Вы не решите своих трудностей таким образом, изначальных, которые у вас возникли. Вот. Таким образом, сначала необходимо увидеть, что обусловило измену. Далее необходимо увидеть, почему вы не можете без него жить, без молодого человека. То есть не обуславливает ли измену наличие зависимости у вас от молодого человека. И после того, как это станет ясным, можно будет уже говорить о том, что вам делать дальше. То есть, ну, либо, соответственно, что-то менять, да, то есть становиться более независимой, либо как-то корректировать свое поведение, направленное на удовлетворение своих желаний. То есть, ну, вероятно, здесь может речь идти о том, что отчасти раскрыл мой коллега, да, то есть, может быть речь о более таком полноценном, я бы сказал, высказывании своих желаний мужчине. То есть я так полагаю, что вы пытались, ну, либо пытались, либо хотели угодить ему, своему молодому человеку, во многом. Я не утверждаю этого на все 100, но тем не менее. Вероятность очень велика. Вот. Обязательно нужно узнать у вашего мужчины, что, по его мнению, является, ну, что, по его мнению, такое измена, то есть, что она для него означает, да, вот, и, соответственно, значит, просто узнать, как он воспринимает вред от нее именно для себя. То есть, какие теперь ему вещи мешают, например, быть с вами. Вам это нужно знать просто, чтобы понимать, вот, во-первых, чтобы мужчина высказал
позицию, то есть чтобы он ее, ну, просто сказал, чтобы он вот оформил свою позицию, дабы, например, вы не стали объектом шантажа. То есть вот, ну, мужчина может занять такую позицию, что вот я к тебе вернусь, если ты там изменишься. Вот. Это как когда-то был такой вопрос, что должна понять девушка, это вопрос задавал клиент, а что должна понять девушка, которая изменила, вот, как она должна себя вести, понимаете, да? Вот этот, вот дабы не было такого, дабы не было вот таких моментов. А мне кажется, что нужно обязательно уточнить позицию мужчины, чтобы было понятно. И чтобы потом он не менял ее, свою позицию. Вот так, как правило, после измены люди задумываются о личностном росте. Как правило, после измены люди задумываются о своих приоритетах, о своих ориентирах, ну, жизненных. Вот. Возможно, можно будет затронуть экзистенциальную позицию вашу. Вот. Но это уже нюансы и тонкости, которые могут быть раскрыты при личных консультациях. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам, если вы сделаете его лучше. На всякий случай, небольшой такой по скриптам, на всякий случай, если вдруг вы не поняли, что же вам делать, исходя из того, что произошло, да, исходя из моего ответа. Ну, то есть, если вы хотите конкретного ответа на свой вопрос, прям вот по смыслу, да, прямого ответа. Значит, вам нужно сделать следующее. Вы говорите, вы спрашиваете, что делать. И только взял в том, чтобы ответить себе сначала на вопрос, что делать, чтобы что. То есть, чтобы что, что делать. Если вернуть парня, это одно. Если вы не хотите, чтобы такие ситуации больше происходили, например, ну, чтобы вы изменяли, это другое. Если вы, допустим, хотите, как бы, ну, мочь жить без него, да, то есть, чтобы не было зависимости такой вот, чрезмерной, это третье. То есть, в зависимости от того, чего именно вы хотите сами, что вы считаете для себя актуальным, я полагаю, и нужно исходить. Потому что у вас есть, как я уже сказал, три проблемы, три момента, на которые можно обратить внимание. Вот. И, соответственно, все эти три вещи являются очень важными. И в идеале, конечно, вот идеальный момент, это если все три вещи будут, ну, проработаны. Если все три вещи будут как-то, значит, ну, как-то подкорректированы у вас.
Вот. На мой взгляд, именно так вам в этой ситуации следует поступать. Значит, я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного выбора, то есть, чтобы вы сделали выбор в этой ситуации. Мне кажется, вы не очень опытны в отношениях. Вот, вы сейчас получаете опыт, так что главное этот опыт правильно, адекватно, верно усвоить.